Новая современная котельная появится в Крымске. Прежняя, что сейчас отапливает дома в микрорайоне маршала Жукова, выработала свой ресурс и уже в этом отопительном сезоне не единожды давала сбой. Место под строительство новой нашли еще в январе. Тогда глава района Анатолий Разумеев провел здесь выездное совещание. Вот здесь будет строиться эта котельная. Да, да, так, да. Земельный участок отведем, все предоставим, все как положено. Приобрести 4 модульных блока помогла краевая программа по энергосбережению. Новое оборудование уже привезли из Саратова. Для реконструкции системы теплоснабжения микрорайона по улице маршала Жукова в городе Крымске приобретено новое оборудование, блочно-модульная котельная мощностью 8 мегаватт. Для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы данного микрорайона от этой котельной будут отапливаться 17 многоквартирных домов, детский садик и ряд еще многоквартирных домов, которые планируется строить. Аналогичных котельных в Крымске уже 3, только мощность новой на порядок больше. Полностью автоматизированная, не требующая постоянного присутствия оператора. Она будет бережно хранить тепло и создавать уют в квартирах крымчан уже в новом отопительном сезоне. Юлия Алберова, Владимир Попов, Владислав Соломко. Новости 24 Крымск.